Сережа, а мы ведь тоже с тобой выпускники этого музыкального дома, а я еще выпускница Пушкинской детской музыкальной школы номер один. Да, совершенно верно. И, к большому счастью, мы продолжаем жить в искусстве. Не правда ли, это место обладает необъяснимой притягательной силой. Сюда хочется приходить снова и снова, напитаться творческой энергией и пообщаться с любимыми преподавателями. Сегодня в колледже работает блестящий педагогический коллектив, накопивший богатый опыт подготовки профессиональных музыкантов, преподаватели высокого класса, именами которых гордится вся страна. Наш музыкальный дом живет, несмотря ни на что, и всегда ждет своих выпускников и воспитанников. На сцене большой ансамбль саксофонистов и ударников колледжа, студенты и выпускники разных лет. Художественный руководитель, выпускник колледжа, лауреат всероссийских и международных конкурсов, заведующий отделом оркестровых, духовых и ударных инструментов колледжа Владимир Устьянцев.